Теремок ТВ. Ну вот, только подружились и уже прощаемся. Ты такой трогательный. Прямо не верится, что ты людоед в жестокой средневековой сказке. А кеды клевые. Валера на память подарил. Ну что, пора назад в книжку? Ну, я пошел. Может, еще успею к маминому завтраку? А я в цирк на утреннюю репетицию. Надеюсь, нас дома не хватились. Ну пока, встретимся вечером и пойдем в экспедицию по спасению Ничевога. Павел, ты тоже это видишь? Кажется, мы не в тот дом зашли. А почему тут тогда наши полотенца? А то, что ванная у нас теперь в прихожей, это, по-твоему, норм? Наверное, ночью бабушка решила устроить перепланировку, но не успела и уснула. Доброе утро, дети. Мам. А где мой йогурт? Еда? Радуйтесь, теперь никакой еды. Только космическая энергия бзу. Еда вредна. Бзу, бзу. Вот в чем сила. От еды прыщи и слезы. Пап, ты чего? Я того! Я теперь счастливый человек и пошел на работу. Зачем мне эта работа? Каких высот я там достиг? А тут я на высоте. А знаете что? Во всем виноваты... потолки! Они ограничивают рост. Долой потолки! Бабуля, ты что мусоришь? Кто, я? Ты же любишь во всем порядок. Порядок, беспорядок. Я теперь поклонница кавардака, потому что кавардак — это непознанный порядок. Вселенная ждет, чтобы этот стул валялся, и он будет валяться. Наши предки, кажется, ку-ку. Ага. Смотри. Коуч личностного роста Капризельдин. А что такое коуч? Коуч — это такой тренер, который объясняет, как надо жить. Это же Каприска. Теперь все понятно. Он пробрался к нам домой и объяснил нашим родителям и бабушке. Только все неправильно объяснил. Вот вредина. Как будем противодействовать? Проверенным способом. Коуч, говоришь, объясняет, как надо жить? Сейчас мы им покажем коуча. Очень авторитетного. Когда пымел злотые горы и реки полные вина. Живете не свою жизнь, ставите себе ложные цели, я проведу вам бесплатный тренинг на тему «В чем смысл?» О, в смысле? Ведро на коромысле. А вы, собственно, кто будете, барышня? Мама, это же Баба-Яга, она вам в прабабке годится. Баба-Яга? Коуч-Яга! Ну-с, приступим к тренингу. Правила несложные. Я запускаю цели, а вы найдете среди них смысл жизни. Погнали! Ой.
а теперь песню поют. Как считаешь, Баба-Яга не слишком для их неокрепшей взрослой психики? Ну, клин клином вышибают. Каприска должен быть повержен. Что-то они там притихли. Пойдем посмотрим. Наина Киевна, вам подлить? А можно посмотреть, что там внутри? Что, что? Смысл жизни там, обыкновенной. Потом посмотрите. Ну, что-то засиделась я у вас. Спасибо за чай. С добрым утром. Ну-ка, садитесь завтракать. Ой, мы не хотим, мы потом. Мы сытые. Так, кто куда? А я на работу. А я на рынок за продуктами. И кто это так вещи разбросал? Убираешь, убираешь. Вот это Баба-Яга! Мощная старушка. Все-таки книжки — это сила. Ну вот теперь нам ничто не мешает пойти спасать нечуваков. Книжки — это сила? Ну все. Каприска выходит на тропу войны. Нападет кто-нибудь, то я его вот так напугаю. Ужас какой! Простите, я бы был впечатлен. Хватит сидеть и ждать спасения! Надо хорошенько исследовать пещеру. Здесь должны быть клады и сокровища. Я за! У меня на сокровище нюх. Вы уж извините. Бесполезно. Деньги не пахнут. Но мысль интересная. Вперед, то есть вглубь. Что случилось? Он меня пугает. Это ты меня пугаешь? Кто? Я? Простите, а вы, собственно, кто? Позвольте представиться, я библиотекарь. Добро пожаловать в читальный зал. Читальный зал? Под моим командованием вы всегда побеждаете! Пофоткаться — это я люблю! Я вообще герой социальных сетей! Как насчет свежего мимасика? Лови! Зацени, мимас! Сейчас перешлю! Огонь! Порвало в клочья! Сейчас обратно перешлю! Хватайте его! Всем пока и чмотки в этом чате.
А как же клады? Сокровищ не будет. Ничего ты не понимаешь. Книги и знания — это и есть главные сокровища. Можно самим позвать кого-нибудь из книг. И вы уж простите, не ждать помощи Валеры. Да, вот только полки-то пустые. Кого-то мне эти люди напоминают. По моему скромному мнению, здесь изображен Каприска. Точно! В разной одежде, а лицо одно и то же. Смотрите, одна книжка все-таки осталась. Названия нет, и внутри одна страница. А, тут написано: не читай, а то будет плохо. Смешно, напишет всякие глупости. Зачем ты это прочитала? Прочитали все-таки. Ну ладно, придется включить режим плохо. Да, окончательно все плохо. Осталось 2 минуты. Поехали. Эй, люди! Наташа, Паша, Бимбо! Это я, Валера! Сейчас я вас спасу! Скорее, пожалуйста! Ну, есть идея. Как тебе опять стать великаном? Тут надо подумать. Извините, что вмешиваюсь, но не могли бы вы думать чуточку быстрее? Времени нет думать, сейчас станет все плохо. Когда на меня давит, я вообще ничего не соображаю. Помолчите пока, а? Ха! Придумал! Когда я ходил к психотерапевту, мне помогли разговоры о моем детстве. Эй, там, который вежливый, поговорите со мной, как будто вы взрослый, а я ребенок. Ну что ж, попробуем. Тебе это нельзя. И вот это тоже нельзя. И это тебе рано. Ты еще маленький. Я не маленький! Ура! Получилось! Ну, кого тут спасать? Получилось!